Здравствуйте, в эфире программа «7 минут». Сегодня речь пойдет о так называемых операциях без швов. У нас в гостях Анна Ивановна Горностаева, главный внештатный кардиолог Министерства здравоохранения Рязанской области. Анна Ивановна, здравствуйте. Здравствуйте. Что появилось нового в традиционных методах лечения? Ну, у нас, я не могу сказать, что это новый метод. У нас уже даже в нашей Рязанской области около 20 лет используется метод лечения ишемической болезни сердца. Это коронарная ангиопластика, стентирование коронарных артерий, которые проводятся, они еще называются чрезкожные коронарные вмешательства. То есть они проводятся через кожу, через бедренную, лучевую артерию. Хирург под контролем рентгена входит в коронарные артерии. Сначала их контрастирует, видит, где располагается сужение или бляшка, и в этом месте устанавливается стент. В настоящее время у нас это проводятся эти операции в кардиологическом диспансере, что касается Рязанской области, и областной клинической больницы. Толчок к такому бурному развитию, будем уже сказать, в нашей губернии, это дала программа снижение смертности от сосудистых поражений мозга и сердца, которое у нас стартовало в области в 2009 году. В 2010 году мы начали активно уже принимать больных. Были открыты сосудистые центры в региональной областной клинической больнице, в 11-й городской клинической больнице первичные сосудистые центры, в центральных районных больницах Скопин и Сасово. В 2012 году правительство области приняло решение о том, что еще открыть 3 центра в ЦРБ Шилово, рабочий поселок, Ряжск и Касимов. Таким образом, у нас сейчас вся область покрыта сетью первичных сосудистых центров, в которые больной может быть доставлен в течение часа. То есть 50 минут у нас плечо доставки из любой точки области, самой глухой деревни, если пациент заболевает, и у него случается инсульт или инфаркт, то фельдшер, врач, любой медицинский работник, который с ним соприкасается, он знает, в какое конкретное лечебное учреждение специализированное этот больной должен быть доставлен. Таким образом, у нас практически все пациенты с инфарктом или инсультом получают специализированную медицинскую помощь, где бы они ни жили на территории области. А причины, которые приводят к этим заболеваниям, каковы? Причин там очень много. Это наличие большого количества факторов риска. Ожирение, курение, гиподинамия, артериальная гипертония и так далее. Они приводят к более раннему развитию атеросклероза. Вообще этот процесс, он же возрастной. Да? То есть с возрастом у всех начинается атеросклеротическое поражение. Мужчин немножко раньше, у женщин чуть попозже, но это тенденция вся. Но вот как он будет развиваться, с какой скоростью и как мы с этим будем, больной будет про это думать вообще, что он может подвергнуться инфаркту или инсульту? И как будет врач профилактировать это? Вот от этого зависит скорость. То, что у нас молодеет, к сожалению, инсульт, инфаркт. Вы сами видите, да, у нас и звезды, и да, наши вот люди, которые публичные, которых мы видим, они, очень часто мы слышим, да, у этого актер инсульт, у этого актера инфаркт. Никого не минует все это. Но я считаю все равно, что если человек заботится о своем здоровье, вот, риск развития этих осложнений он гораздо ниже. Кому показано стентирование? Для того, чтобы определить показания к стентированию, нужно провести коронарографию. Коронарография – это вот исследование, которое проводится хирургом в рентгеноперационной под контролем рентгена. Контрастное вещество, попадая в коронарное русло, в артерии сердца, и врач видит, где произошло сужение, есть ли оно или нет. Если оно есть, то какой оно степени, как и насколько это поражено. Потому что есть показания к проведению стентирования после результатов коронарографии, а есть показания к проведению аортокоронарной шунтирования, там, где уже стентирование нам не поможет. То есть это все четко определено, все это есть, все это врачи знают, но разговаривать о том, показано или не показано стентирование, можно только
только после проведения коронарографии. А вот проведение коронарографии, оно показано практически всем людям с стенокардией напряжения выше третьего функционального класса. То есть это когда у вас постоянные приступы ангинозных болей, когда пациент постоянно пользуется нитроглицерином или там нитроспреем, если он перенес инфаркт миокарда. То есть вот такие пациенты – это показания для коронарографии. Врачи об этом все знают, знают у нас все участковые врачи, направляют к нам в диспансерное отделение. Мы проводим плановые коронарографии у нас в кардиологическом диспансере. Скажите, существуют ли очереди на операции? Плановые операции у нас проводятся, ну, высокотехнологичная, так называемая, медицинская помощь. Операции на сердце, они практически все относятся к высокотехнологичной медицинской помощи. Это операции аорто-коронарное шунтирование, операции по имплантации клапанов, там, коррекции дефектов сердечных камер, операции по лечению нарушений ритма и установке электрокардиостимуляторов, кардиовертеров, ресинхронизаторов. Сейчас очень много различных видов операций. Все они проводятся в федеральных государственных учреждениях. Они располагаются в Москве или в Пензу мы направляем, потому что Пенза – это федеральный центр, к которому Рязанская область территориально отнесена. Вот очень хорошо мы с ними сотрудничаем на протяжении уже многих лет. Отработана система направления пациентов. И очередь у нас не превышает где-то 2 месяца. Ну, по-разному бывает. Все зависит от сложности данного пациента. И если там, допустим, что-то требуется более быстрое вмешательство, то я связываюсь с любым федеральным центром, и мы этот вопрос решаем абсолютно. Иногда даже по санавиации приходится доставлять. И такое бывает. А сколько по времени занимает операция? И нужен ли наркоз или что-то в этом роде? Нет, операция сама по времени. Но это все зависит тоже от степени поражения коронарных артерий по-разному. Но больной совершенно в сознании, там небольшая премедикация, поэтому ничего там такого нету. А что касается плановой коронарографии, то это практически у нас не более 5 дней занимает. Это стационарная. Обычно это где-то в 2-3 дня мы укладываемся. Если пациент приходит уже готовый с анализами, мы их кладем. Есть у нас плановая коронарография, она проводится всем пациентам перед большими операциями, больными с хроническими поражениями, или вот когда нам направляют пациента, врач не может точно сказать «да», «нет», какие-то дифференциально-диагностические такие моменты тоже. Там много показаний. Скажите, что нужно знать людям, которые готовятся к операциям? Ну, во-первых, людям нужно знать, что эта операция, хотя она сейчас проводится и достаточно распространена, и технологии отработаны, она не устраняет причину болезни. Она устраняет только вот тот, улучшает кровоснабжение миокарда, вот, там, где есть сужение коронарной артерии. Сама по себе болезнь, процесс атеросклеротического поражения коронарных артерий при этом остается. То есть, если пациент, проведя эту операцию, думает, что он выздоровел, у нас очень часто так думают, потому что действительно качество жизни сразу улучшается, больной не ощущает вот этих вот приступов сердечных. Поэтому ему все равно надо принимать обязательно лекарственные препараты. Потом ему надо принимать лекарственные препараты, которые влияют на свертываемость крови, на агрегацию тромбоцитов, чтобы не было вот этих самых ретромбозов. Ему надо пить их постоянно. Вот. И постоянно контролировать свои цифры артериального давления, вести здоровый образ жизни, обязательно отказаться от курения. Потому что если человек не будет все это выполнять, то и растеноз, и повторный инфаркт ему практически гарантирован. То есть следить за своим уровнем холестерина, за артериальным давлением, за сахаром, если там есть сахарный диабет, а таких у нас немало. То есть все равно все, мы сделаем для пациента все, что можем, но все равно его здоровье в его руках. Если не изменить образ жизни, образ питания, то наши усилия будут напрасны, тщетны. Спасибо за беседу. На этом наша программа подошла к концу. Всего вам самого хорошего. Берегите свое здоровье. До скорой встречи в эфире.